А, фунт, да, фунт, фунт, да. Это салфетка. Я не знаю, ей даже жопу будет больно вытирать, но честное слово. Это ж руки. И такие везде. Как будто кто-то будет пирог пекти. Ну скажи, они какие-то очень жесткие. И, блин, и нету влажных. Кстати, может забрать с собой? А, или подождите, что это? А, может сахар? Сахар забрать? Я заберу сахар. А что там про меня в чате? У меня не грузит. Мы обсуждали игру, и я сказала, что ты, когда играешь, ты вежливый, типа, не трогаешь просто так никого, только когда кто-то обращается к тебе плохо, все. Жесткие итальянские пальцы другие не воспринимают. А, ты дивись, может, вони платні? Шо они платные? Там, где ты сидишь за столиком? Нет. Это бесплатно. Но я не доела чуть-чуть круассана, я уже все. Думаю, не обидятся. Вот кидака. Ну все, я уже не могу. Уже не хочу. Голуби доедят. Я надеюсь, они не обидятся. А, я еще сидела, короче, на веранде, типа, пила кофе, курила и принесла, типа, обратно. Ну, в основном здесь все оставляют. Здесь просто поел, выпил, типа, оставил на столе, типа, ничего не относишь. А я отнесла, типа, персонал, типа, отнесла девушке, она так заулыбалась, такая, ну, типа, на своем спасибо, мне так приятно было. А то лишь бы взять. А я не могла здесь ничего не взять, потому что я взяла у них Wi-Fi. Мне надо было что-то купить, чтобы пользоваться их интернетом. Что ты ела, что-то сладкое? Да, я ела круассан. Я ела круассан с этим персиком и кофе. Ну, кофе это само собой. Здесь еще какое-то было классное место, но я не пойму, что это за место. Там очень красивые, типа, диванчики, столики, но я не могла там, типа, сесть, ну, потому что я не поняла. Это какой-то отель, но там, типа, написано «собаки», там везде все с собаками, и я, короче, прохожу этот отель, и в отеле собака стоит на входе и лает на всех. Это как угарно было, я не знаю. Но если это отель для собак, то очень шикарно живут собаки там. Все как в Киеве кушаешь, я думала, ты что-то местное попробуешь. Но чтобы что-то местное попробовать, это нужно идти в ресторан, Влад. Во-первых, какой-то именно ресторан. И во-вторых, чтобы там что-то поесть, нужно денежки, Влад. Можешь скинуть, и я скажу, что-то местное поем. Ну, я знаю, что еще пиццу должна попробовать, но это нужно найти эту пиццерию тоже. Сейчас же я вышла, чтобы выйти к вам в эфир. Ты откуда? Я с Киева. Зачем Италия тебе поесть в Магнолию? Природа разнообразна. Чтоб я не видела таких сообщений. Я же сейчас вышла типа не с целью поесть, а с целью с вами пообщаться. Спасибо за лайки, спасибо большое. Поехали на море. Я сейчас дорогу перейду, я на море. Антония итальяна считается известной. Спасибо за лайки, спасибо большое. А кормят? Да, да, нас кормят. У нас получается завтрак, обед и ужин. Не скажу, что еда прям мега-мега вкусная, но нормально. Типа есть там кофе можно брать, что на барной можешь кофе купить, что там можешь бесплатно взять кофе. Сегодня был вкусный суп и картошка с мясом, с курицей было вкусно. Вчера, и завтрак сегодня был вкусный, вчера такое что-то типа а-ля паста, но мне не сильно понравилось, и что-то еще было, ну такое типа, еда не мега-мега классная, но как просто, что оно все включено уже, типа ты, еда оплачена, это хорошо. Но сегодня было вкусно, вчера мне не сильно понравилось. Вчера мне не сильно поняла сочетание еды, они поставили пюре биток и пасту.
типа, и то, и то. И как есть и пасту, и пюре, типа, с битком, но я не ела. Типа, я поела пюре, я поела пасту, а биток я не ела. Нет, я не в Милане, я в Римине. Или Римине, или Римине. Цена выбор. Ну вот, но сегодня нормально было сочетание. Сегодня был суп и картошка с курицей. Ну, типа, тут и то можно съесть. Это в Италии. Привет, Ренат. Пойдем в местное ТБ скупляться, на ужин будем сами делать. Я еще не была, я была в магазине, но таком, знаете, типа просто как, не в супермаркете, короче, а просто как магазинчик, такой, мафа, типа. Нормально, так тебе и рестораны не нужны, я думала, ты голодаешь. Марина, как тебе мой новый ник? Классно. А что, ты Valorant себе скачал или что? Ой, Влад, да, ну и не надо. Ну как хочешь. Что ты, Игнат, как твои дела? Марина, добрый вечер. Добрый вечер, Стас. Ты еще тот донат не съел? Я обязательно попробую пиццу, обязательно. Только я найду какую-то здесь пиццерию и обязательно поем пиццу. Игнат, а ты сейчас где? В Чернигове или во Львове у себя? Ты вроде в Чернигов собирался, нет? Ого, 4 часа. А когда должны отключить? Вроде отключение, вроде же графики поменяли. И отключение света сейчас по 4 часа. По идее, скоро должны включить жару. Да, в Чернигове, в своем родном городе. Мы тоже. Жестко. Ну, у меня есть в номере. Слава богу, у меня в номере есть кондиционер. Ну, сейчас солнышко немножечко заходит и... Спасибо, спасибо. Солнышко немножко заходит и уже не так сильно жарко. Но все равно. У нас в доме влаза. А бассейн есть? Нет, бассейна нету. Ну, я бы и не ходила в бассейн, я бы так скажу. Я бы не ходила, когда у меня через дорогу море. Типа, зачем мне бассейн? Ну, чтобы ты понимал, вот. Вот, вот так вот. Вот там вот уже пляж с морем. Переходишь, и там дальше, типа, пляж с морем. Тю, зачем тебе то море? Прохолода везет тебя. Не, я бы в бассейне, если бы здесь был бассейн. Ребят, я еще раз говорю, типа, отель трех звезд.